Финал. Наша последняя игра. А напоследок хочется показать свои самые сильные стороны. Но согласитесь, нельзя представить ни один музыкальный конкурс сборной Татнефти без мюзикла. Говорят, праздничная суета добавляет новогоднего настроения. Но только не для мужиков, которых отправили вечером 31 декабря в магазин за продуктами. Скованные одним списком, жаждущие глотнуть виски. Здесь каждый второй проклинает супругу. Я хватаю горошек, а держу чью-то руку. Тут в каждой тележке масло и соль, а в каждом взгляде страдание и боль. Быстренько сходишь, они говорили. Я вены вскрывал, чтоб меня пропустили. Психует мужик, он тут пятый час подряд. Красное лицо ищет розовый томат. Скованные одним списком, ищущие под рис миски. Явно стоит потерян мужчина. Кардамон, кориандр и семена чиа. Кто-нибудь видел, где базилик? Забей и бери петрушку, мужик. Меня послала любимая баба купить коньяка и палочки краба. На кассе толпа 22.50. Будет без краба крабовый салат. Скованные одним списком, к самоубийству так близко. Я здесь прошел 7 кругов ада, выбирал средней твердости я авокадо. Это я был в аду, посмотри мне в лицо. На моей тележке не едет колесо. Просит кассирша скорее ответа. Какие именно яблоки это? Где-то в душе я хочу закричать. А разве не ты должна это знать? Скованные одним списком будут пол первого вдрызги. Знаете, друзья, на самом деле не важно, успел ты что-то купить или нет. Самое главное, с каким настроением ты пришел в магазин. Да давай, давай! А я извиняюсь, это куда очередь? За последним местом в финале? Просто медалька на елочке с другой стороны. Так, давайте, убирайте все это. Ребят, понимаете, в финале надо делать так, чтобы было грустно, чтобы были эмоции, чтобы людям в зале было жалко, что уходит сборная Татнефти. А как сделать так, чтобы хотя бы кому-то было жалко людей из Татнефти, Кость? Ты посмотри на нас, а? Посмотри, как выглядим мы и как выглядят другие команды. У меня вообще есть ощущение, что мы единственные в глаженном выступаем. Так, и, Костя, ну как нам уйти из КВН, чтобы нас стало жалко, а? Ладно, я все предусмотрел и позвал специалиста по грусти и печали. Встречайте, Татьяна Буланова! Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Слушайте, что-то совсем грустно стало. Мне кажется, это вообще единственная песня, которую по настроению можно петь после «Черного ворона». А я никогда не слушал песни Татьяны Булановой. Серьезно? Ты ни разу не пил до 5 утра? Слушайте, ну она так поет, нам не то что медали дадут. Нам сейчас деньги на карту переводить начнут. Ну что? Пойдемте, наверное, прощаться к Александру Васильевичу. Подождите, вы меня не поняли. Нужно в финале быть оригинальными. Все прощаются с Александром Васильевичем. Пойдемте к Пельшу! А как прощаться с Пельшем? Ну, даже Александр Васильевич не знает, как прощаться с Пельшем. Иначе бы он так долго здесь не сидел, понимаешь? Ну, пойдемте к Муругову. Вячеслав, мы уходим из КВН. Спасибо вам за все. За что за все? Татьяна, здравствуйте, рада познакомиться. Прощайте. Нагиев. А подождите, ребят. Можно здесь я один?
Ну что, Дим, прощай. Дай обниму. Слушайте, а мы точно из КВНа уходим? Давай, пес старый, не скучай. Ну что? Ну, теперь точно уже уходим? Как да. Бы? Давайте подойдем к Эрнсту. Ребят, а давайте здесь лучше я. Константин Львович, прощайте. Всегда прощайте ведущих Первого канала, которые помогают КВНщикам. Ну что, осталась Пелагея? А как можно попрощаться с певицей-народницей? Ну что, с жюри попрощались? Пошлите уже к Александру Васильевичу, а? Ну не под эту же. Татьяна, а у вас все песни такие грустные? Вы знаете, я начала в 90-х. А 90-е это как 2020-е, только 10 лет подряд. А. Ну мы просто к Александру Васильевичу пойдем. Давайте к Александру Васильевичу, мой ненаглядный. То, что надо. Не, ну так прощаться вообще странно. Да-да. Татьяна, в общем, спасибо вам большое. Да вам спасибо. Пойду я, у меня еще 3 выступления. Ого. Шутить я научилась уже, вот видите. Это была Татьяна Буланова. Александр Васильевич, мы, конечно, понимаем, что победить сегодня нам будет очень тяжело. Смотрите, это же наша мечта с прошлого финала! Привет! Я обращение к вам. Константин Львович, на прошлом финале вы сказали, что я ангел мечты и надежды 2020 года. Прости. А в этом году... Коронавирус, катастрофа в Норильске, пожары в Австралии, погромы в Америке. Еще и Трамп проиграл. Я это к чему? Я закурю. А команде ты ничего не хочешь сказать? Нет, я с вами не разговариваю. Вы до сих пор не верите, что можете стать чемпионами. Да не в этом дело. Просто если мы выиграем, нам придется уйти из игры. Ну почему? Почему, когда в КВН команда выигрывает, она уходит? А в футболе, когда проигрывает, мы должны смотреть на нее дальше. Мечта, просто если мы победим, ты исчезнешь. Я стану мечтой кого-то другого. Вот, например, до этого я была мечтой Гусмана. И что? Ну, все исполнилось, он свободен. Подумайте только, команда из Татарстана уже в 4-й раз играет в финале. В 98-м они получили серебро, в 2005-м снова серебро. И в прошлом году тоже серебро. Александр Васильевич, уважаемое жюри, они татары, они вампиры. Чего вы в них серебром пуляете? Мечта, ты вправду думаешь, что мы можем выиграть? Год дрянь. Может, и выиграете. Ну и в конце, друзья, давайте по-честному. К нам все время относились как к нефтяникам, забывая о том, что в Татнефти тоже работают обычные люди. Я хочу сказать огромное спасибо моей жене, которая вот уже 13 лет меня поддерживает. Вика, я люблю тебя.
Златочка, Максимчик, папа скоро будет дома. Роман Сергеевич, дорогой, спасибо, что отпускали меня с работы. Да не за что, султан. Я же с вами ездил. Ты что, я? Ну еще, когда мы пришли в КВН, мы переживали, что из-за того, что мы нефтяники, мы здесь будем немного чужими. Спасибо тебе, КВН. Игра, где все свои. Из Казани, Челнов и Альметьевска, Нижнекамска и Бугульмы. Так что есть и немного татарского, и на фонде великой игры. А игра навсегда стала частью нас, и в чем смысл прощаться с игрой, скажи. Не будем прощаться мы, не будем прощаться мы, не будем прощаться мы, не будем прощаться мы сегодня.